Привет, Дани Себр. Мои потешечки, компонотус макулатус. Радуюсь, не нарадуюсь на них, сироп выпивают на раз-два, бросают теперь по 10 мух как минимум, выедают все полностью. На мусорку выносят только ошметки от своих куколок, а все остальное утилизируют в гнезде. Сидят, вот толпишка ждет, когда я им что-нибудь вкусного брошу. Тараканчиков выедают, сухой корм, кстати, бросают рыбный, гранулированный сразу забирают, а остальное лежит пока по мере надобности утилизируется. Как-то очень-очень много их возится на арене, ползают, дворец свой они освоили полностью, все там красивенько. Если кто помнит, смотрел прошлое видео, что вот эта часть была полностью заложена песочком, то теперь они ее расчистили, дошло им, но зато заложили большой вход в это, во внутреннюю эту камеру. И теперь ползаю через эту щелочку. Вот такие вот они у меня забавные. Солдаты, рабочие, просто красотища. По трубочке бегают туда-сюда. «Живи и радуйся» называется. В самом гнезде они так ни шатка, ни валка освоили. Наверное, этажей 5, так, чтобы уже совсем не потеряться. Он там уже самый такой расплод, который нуждается во влаге, держит там. А уже остальное выносит на арену. По самому гнезду что-то у меня очень... Зря я сделал такое большое гнездо. Оно, во-первых, просто не нужно было. Это 50 сантиметров этих. Мне, кстати, некоторые начинающие... предлагаю это, сделайте мне сразу метр на метр. Ребята, вы себе представляете, какие это размеры и какая это тяжесть? Вон плесень появилась, эти, которые не используются, которые подальше от батареи, вот есть какая-то разница, правда? То, видимо, потеряла силу мое средство обеззараживающее. Вот она такая нехорошая плесень. Ну, вроде как они чувствуют себя комфортненько. Вон какой большой-большой солдатик. Прям королева размером. И вот так вот они себе там хорошечек сейчас садись. Вот тоже очень неудачно, что я сделал такое гнездо. Вон королевушка моя уже потерялась среди своих подданных. Теперь уже работать не надо ей. Надо было делать все-таки 25 на 25, никого не слушать. И прежде всего свое воображение повесить аккуратно на стенку, как картинку, и было бы красотище. Ну, что сделано, то сделано, уже не буду я их тревожить, это им уже очень-очень надолго этого гнезда хватит, я думаю. Ну, с их темпами размножения это будет очень красотиво. На этом все, спасибо за просмотр, да, побачение.